сегодня 8 августа. Прошел у нас квалификационный период. Что там было? Вся группа, все участники поднялись в лагерь 1, переночевали и поднялись в лагерь 2. Говорить просто, а на самом деле переход оказался достаточно тяжелым, долгим, длинным. Вставали достаточно поздно, поэтому финишировали там лагерь уже под ярким солнцем. Второго дня пребывания в лагере 2 испортилась погода. Основная группа решила спускаться вниз. А 4 человека, Макс, Юра, Неми и я, мы решили в этот снегопад все-таки подняться к третьему лагерю. Пока суть до дела, стартовали поздно, 12 часов где-то стартовали. К 4 часам погода испортилась, к 4:30 она испортилась еще сильнее, так что видимость упала уже до нуля, и уже не было возможности видеть следующие вешки. Мы уже поднимались на раздельную, на высоте где-то 5900 приняли решение, что нужно ставить лагерь там, где есть. Вот. Спустились под раздельную, поставили палатку. Вот, так что все обошлось. К утру палатку пришлось все-таки выкапывать, потому что снегом ее завалило почти до самого верха. Ну ничего, все целы, все живы, здоровы. Вот, по утру встали, сложили, убрали все вещи, палатку и спустились в лагерь один. Вот. Прошло у нас вот сейчас наши дни отдыха. И завтра, сегодня уже ушла вся основная группа в лагерь один. С последующим поднятием до второго и третьего лагеря. Наша три человека, группа Макс, Юра да я, мы завтра выходим с утра и идем поэтапно до вершины. Вот. Дай бог, чтобы была хорошая погода, все такое. Вот. Так что, всем привет!